Ну типа привет. Боров, я крыса. Во время штурма депо я сбежал. Решил отсидеться. Не получится так. Теперь для всех братков я предатель. Никуда ходу нет. Авторитет потерян и... Крыса, я понимаешь? И ты знаешь, как с крысами поступают. Не так это важно. Дерьмо я. Пристрели меня. Знаешь, сколько я наделал? Сколько я человек прикончил? В том числе и наших. Ваську-то я тоже ночью тихонько пристрелил. И тело в аномалию бросил. А потом набрехал про его смерть. Ты еще не знаешь, чего я творил, дабы паханом стать. Стреляй! Твою мать! Ну, типа, привет. Чё просто так? Странно. Хотя и правда, после такого позора назад к нам он не вернулся. Ух, гад. Нет, в последнее время у меня были кое-какие подозрения насчет него. Но я не думал, что там все настолько запущено. Но ты паханом вряд ли станешь. Это дело непростое. Авторитет заслужить надо. Да и дел у нас сейчас полно. Наших много перемочили в депо вояки. Вот мы разделились. Одна часть в темную долину шла. Мы вот тут сидим. На блокпосте долго бывшим. Долг, кстати. Почему ты ушел на Агропром? Сил у них маловато. Все там сидят. Славка сейчас вообще мертвое место. Наших перебили. Практически все оставшиеся в живых ушли. Долг ушел. Сталкерки редко появляются. Уныло тут как-то. Ну ладно, у меня тут работенка для тебя одна есть. Тут такая фигня. Шел я с темной долины, иду такой, ничего плохого не предвещает. Хоп, рык кровососа где-то рядом. Я аж охерел, чуть не обосрался. Тиганул быстрее к блокпосту. Абакан уронил в болото. Главное, что живой выбрался. Я еще стрелялся и подранил его немного, по-моему. Но автомат жалко, с прицелом был он у меня. Короче, иди и принеси автомат. Может, он и ушел уже. Ну, все может быть. Ладно. Удачи тебе, Боров, там.
Ну, типа, привет. По выстрелу слышно было. Я уже пойти хотел, проверить, что произошло. Так ты чё, тварь завалил? Красавчик, Боров. Знал, что чётки тащил. Не, ну ложуха, честно. Вот тебе твоя награда заслуженная. Тут такое дело. На нас прёт отряд свободы. Вроде хотят атаковать и отбить блокпост малыми силами. Знают, что тут 4 братка всего-то. Думают, что завалят. Боров, надеюсь, ты не сбежишь, как Йога? У нас и так сил мало. Это хорошо. Пойдут с минуты на минуту. Надо... Ну, типа, привет. Да, нам еще повезло. Думали, что мы шелупонь какая-то. Но не на тех нарвались. Кстати. Тут такое дело. Наш браток, Батан, попал в плен к дуганам. Нормальный такой чел был. В ремонте шарил, стволы и броню более-менее латал. Недавно, по глупости своей, попал он в плен. Долги те на посту, недалеко от кладбища техники. Там человека 3 всего. Совсем скоро его по аномалиям пусть не должны. Ну что делать? Я думаю так. Дадим тебе костюм долганов. Ты в него переоденешься. Пойдешь. Представишься сержантом Сергеевым. Да, сняли с одного трупа долгана. Не, ну а что? Тебе только одеть. Пробежаться к ним. Забрать. Вот и хорошо. Держи броньку.
Странно. Не ожидал, что за ним придут. Мы его хотели уже в мясорубку пустить. Да и нафига начальству нужен этот биомусор? Да, не понимаю я начальство. Ну ладно, забирай его. Меня его вид кислый тут задолбал уже. Ну типа... Ну, типа, привет. Ха, красава, Боров. Обвели мы как ошков вокруг пальца. Нам еще с костюмом подфартило. Без него бы пришлось атаковать долганов, наверное. Возможно. Надо сохранить костюмчик. Ладно, ты пока отдохни. Делом каким-то займись. Как работенка появится, позову. Боров, страшно явись на барахолку, а точнее за нее. Где она есть? На встречу идти не бойся. Ничего с тобой плохого не случится. Место встречи сменилось. Я жду тебя на КПП Братков. Ну типа привет! Осведомитель меня кличет. Слыхал о таком? Торгую информацией полезной. Работенка тут появилась. Не бойся. Отточили информацией и денегами. В районе тоннеля возле депо стали пропадать люди. Недавно пропал мой курьер в тех местах. Главное, что никто не знает, что там происходит. Трупов нет. Тихо, да, информации тоже никакой не приходит. Странно все это. Вот я хотел тебя попросить сбегать туда. Проверить, что к чему. Ладно, попроси кого-нибудь другого.
Точно не хочешь? Благодарю нормально. Ну вот и славно. Вижу, хоть и бандит, но толковый. Ну типа привет. А ты никого не видел? Странно. Я послал за тобой одного из своих. Короче, отправляйся к тоннелю. Ну, типа, привет. Здоров. Я уже хотел было уходить отсюда. Правда, сообщение осведомителя придержало меня тут. Но все равно. Жутко здесь. Звуки какие-то из тоннеля, и ни хрена не видно. У меня аж мурашки по коже. Черт! Боров, это полтергейст!
Ну типа привет. Что произошло? Судя по описанию, полтергейст это. Странно только, что он смог зомбировать карася. Электрические полтергейсты такого иметь не должны. Ладно. Теперь я готов сообщить тебе некую инфу. Наши там разделились. Одна часть во главе с мамонтом ушла на холм завода. Вторая со жмотом на бывшую ферму. Но долго там сидеть не выйдет. На основном заводском комплексе «Свобода». Большая часть их бойцов ушла на склады. Думаю, если объединить два отряда братков, то можно смело штурмовать «Свободу». Какое нафиг перемирие? Недавно ты разве не отбивал их атаку на нас? Нет у нас с ними перемирия. Кстати, знаешь ренегатов? Отмороженные. Это да. Так вот, после недавнего большого выброса, они выбили чистое небо с болот. Сил у тех практически не было, так как большинство ушло к центру зоны. Несколько дней на болотах они вели перестрелки, разбили чистое небовцев. Но один отряд ушел на янтарь к бункеру ученых. Кент, лидер ренегатов, вместе с отрядом проследил за ними. Скоро они их будут атаковать, так сказать, из чувства мести. Кстати, да, все хотел тебе рассказать, но забывал. Недавно наш схрон кто-то обнес. Причем не полностью. Взял жрачки и патронов немного. Ну, так как понимаешь, братуха, воровать нехорошо. Мы хотим найти и наказать того, кто это сотворил. Кстати, это не первый случай. План таков. Скорее всего, он следит за братками. Кто-то рассказывал даже, что человек в схроне запрятанному и заметил фигуру с биноклем. Неважно. Значит, дуй на кладбище техники. Мы с хронтом заложили в грузовике. Вор поведется, 100%. И еще. Завалить долго все. Я тебе патронов дам.
О, сынок, ну поймал ты меня. А что дальше? Можешь пристрелить меня тут на месте, чтоб я не мучился? Да так, раньше жил на большой земле, электриком работал. Домик был небольшой, козы, рыбачил иногда. Ах, да, были времена. Потом зона, конечно, образовалась, но я потихоньку ходить сюда начал. Тягал всякие побрякушки, дома их складировал. Вроде и жизнь начала налаживаться. Раз в неделю сходил, взял пару артефактов и живешь себе спокойно некоторое время. Да вот эти гребаные власти начали устраивать облавы на тех, кого подозревали в сталкерстве. Ну и меня, естественно, не обошли стороной. Следили за мной довольно долго. Потом нагрянули, да только я раньше заподозрил. Еще чуть промедлил бы и вообще плохо было бы. Как узнал, то свой схватил, деньги все, патронов, пару артефактов на черный день и в зону ломанулся. Ну а этим гадам я тоже подарочек оставил. Все-таки познания некоторые в свойствах артефактов были. В том числе, что будет, если их смешать. Хе. Говорят, полыхнуло хорошо. Несколько этих гадов вообще пожалели, что на службу поступили и связались с детком. Ну и мне, естественно, больше ходу назад нет. Вот теперь тут я и живу. Последнее время вообще худо стало. Артефактов мало нахожу, и то по мелочевке. Приходится такими вот делами заниматься. Да не надо. Я представляю, что там будет, когда меня увидят и узнают, что я вор. Ну типа привет. Прикалываешься? Хотя я, пожалуй, поверю. Кстати, зачем он это делал? Да, нужно. Тут такое дело. У нас тут на постоянном месте жительства 6 человек. Жрачки пока хватает, но мало ли что. На всякий случай лишний ящик не пригодится. На депо вроде должно было что-то остаться. Сходи, проверь. Вдруг кое-чего найдешь?
Ну типа привет. О, красавчик. Больше ничего не было. Ну ладно. А ты аж покраснел, как помидор. Держи за старание, братуха. Помогаешь ты нам здорово. Алло, братуха. Тут надо шелупон погонять. Помоги. Жду тебя на блокпосте, приемники. Ну типа привет! А, здорово. Ща припрутся несколько сталкеров с кордона. Мы планируем их потихоньку грабануть, до хабарку набрать. Засада уже готова. От тебя нужна лишь помощь в плане прикрытия. Ну на всякий случай, мало ли. Не стреляйте, пожалуйста. Да мы арт один нашли и снаряга у нас плохая. Мы же недавно пришли, копим потихоньку всего. Нет хорошей нужды пришли, проблемы у нас. Ладно, ну учти, бандюга, тебе это не простится. Ответишь ты за все это. Ну типа привет! Ай, средненько. Бывает и лучше попадаются. Некоторые вообще без боя не сдаются. Вон Бритова недавно завалили-то. Главный наш был. Теперь я в этой группе главарь. Ай, ладно, держи свою долю. Кстати, пошли я тебе наш лагерь покажу.
Ну типа привет! Ну типа привет! А ты что думал? За все время, что тут топчемся, натягали добра сюда. Кстати, это еще не все наши. Несколько где-то возле темной долины. Но я тоже над этим думал. Наверное, скоро отправимся мы с братками в темную. Так мы к остальным и присоединимся. А пока тут побудем. Сталкеров потрясем. Все, кто рядом, прошу, помогите. Лежу раненый около входа на темную долину. Долго не протяну. Спасите! Ты не убивай, пожалуйста. О, уже лучше, спасибо тебе. Не ожидал, что бандит поможет мне. Видимо, не все у вас там хреновые и прогнившие. А насчет того, что произошло... Кабан напал на меня. Я от него отстрелялся, но перед этим успел он меня задеть клыками. Ладно, ладно. Уже ухожу. Ну типа привет! А,
чел, наслышан о тебе и о твоих подвигах на свалке. Да ладно, не скромничай. Князь говорил, что ты четкий чел. Да так себе. Свободные в большей части покинули долину. На базе теперь их немного сидит. Не выходит оттуда. Боятся. Иногда только отрядами влезает. Вообще, сейчас долина скучное место. Мутанты есть. Ну, немного так. Кабаны, плоти, собаки, по большей части. Сталкеров немного здесь сейчас ходит. Иногда ботаники шастают. Вот они, легкая добыча. Недавно замочили парочку. При них приборы и артефакты нехилые были. В общем, размеренно жизнь идет. Кстати, у меня пару тел к тебе будет. Как сможешь, подходи.